Ух ты, свет меняется. Привет-привет, добро пожаловать в новый влог. Мы доехали в Хорватию, мы на юге, и мы здесь на 9 дней. И сейчас я сделаю вам рум-тур по недорогому апартаменту, за который мы заплатили за 4 человек за 9 дней 1200 евро. Это наша терраса, и я специально озвучиваю вам цену, потом покажу вам вообще одну из причин, почему мы выбрали именно этот апартамент, но он недорогой. Итак, здесь у нас получается и кухня, и столовая, и раскладной диван, кондиционеры, москитные сетки, все есть. Я потом вам расскажу, где мы находимся. У меня чуть все-таки продул кондиционер, поэтому я говорю в нос, I'm sorry. Порой приезжаешь в более дорогой апартамент, и тебя так не встречают. Смотрите, водичку нам приготовили. Здесь прошутто, сыр, арбуз, фруктики. Спасибо большое. Это очень приятно. Дети уже хотят что-то перекусить. Здесь наша спальня. Мы решили поехать несколько раз, но дети просто в восторге. Помимо бассейна с подогревом, температура 25 градусов. Есть еще одно, кое-что очень важное. Полотенца, пляжные полотенца. Тут у нас утюг, гладильная доска. Я в этот раз не взяла свой маленький, так что здорово. Даже пылесос есть, Томик будет в восторге, он у нас всегда убирается. И телевизоры в каждой комнате. Дети будут смотреть футбольные матчи. А это ванная. Очень чисто, аккуратно. Душевая кабина. Сейчас буду чихать, кажется. Всякие тут полочки, небольшой декор, чтобы было более симпатично. Сейчас будем заносить вещи и, собственно говоря, обживаться. А здесь стиральная машина. Вот такая. Я как-то привыкла, знаете, с другим барабаном, но я думаю, что мы разберемся. Чуть-чуть уставшие, конечно, после дороги, но это несравнимо с тем, что было с маленькими детьми. Хорватию, конечно, нельзя назвать супербюджетной, но всегда отдых на юге. А мы сейчас находимся недалеко от Макарской, в 20 минутах езды на машине. Здесь всегда будет чуть ниже цена, чем в Истрии. В прошлом влоге из Хорватии я вам снимала там. И даже по сравнению вот с теми апартаментами, которые мы арендовали на 5 дней, он был дороже, чем вот этот на 9. И вы помните, что там было с бассейном, но завтра, когда будет дневной свет, я вам покажу еще несколько развлечений для детей. И я думаю, что у нас не будет проблем с организацией досуга для детей перед выходом на пляж и по возвращению. Это помимо бассейна, трамплина, детская площадка им вообще не нужна, они уже не в том возрасте. Но это я все поснимаю вам потом. Все, я иду в душ. И Томик пусть заносит вещи. Он тоже у нас всегда тут это занимается этим, потому что тяжелые сумки наши всякие там, ну, по мелочи, только что-то возьму. Так что встречаемся завтра. Люблю все себе так, знаете, сразу аккуратненько пораскладывать. Взяла уход, уже не стала переливать это все в какие-то маленькие баночки, но также забрала с собой что-то, что уже заканчивается, буквально только, знаете, остатки в поездку. И также Dyson. Здесь у меня был мой уход. Декоративная косметичка. И здесь, ну, что-то такое там для загара после. Сразу выделяю место для наших аксессуаров, для очков, которые я вожу в чехле. И, кстати, использовала вот эту косметичку из праймерка. Она такая вместительная оказалась. С окошком очень удобно видно, что здесь, да, это больной человек, который возит с собой столько декоративки. У меня и резинки, и всякие заколки. Ну а что? Почему нет? Скажите мне. Приведите хоть один аргумент. Я каждый день буду 100 раз в день переодеваться. Такой план. Томик там работает внизу. Смотрите, такой вид сверху. И вокруг нас горы. То есть мы остановились в деревне, которая находится в 20 минутах езды на машине от моря. Я специально забралась вверх,
чтобы днем вам показать. Это, кстати, вечером это тоже освещается. Здесь есть и теннисный корт. Игнат у нас играет в теннис, но главное – это футбольное поле. Хоть и мини, в смысле мини вот эти ворота, но все равно оно есть. Мальчики очень довольны, и также место для баскетбола. Во дворе также есть еще одна небольшая терраса и место для гриля, но его не используют, потому что здесь так разрослась черешня, что ее нужно подрезать, но это только в следующем году. Поэтому мы будем использовать другой. И здесь насажены цветочки, как видите, и в той беседке, к сожалению, нет ничего. А может, поставят, когда приедут следующие гости. Здесь вот вход во второй апартамент. И где-то через дней 5 должны сюда заехать гости. Айвовое дерево и небольшая площадка для маленьких. Вот видите, качалка, домик, трамплин, это качель, даже две получается, и горка. Ну, знаете ли, прежде чем доберешься до моря, детям тоже есть чем заниматься. Есть несколько парковочных мест. Мы снова одолжили у нашего соседа багажник. Дело в том, что Томек вложил сюда запаску на всякий случай. Теперь у нас меньше места в багажнике, а плюс у нас с собой каяк, который весит 25 кг, занимает много места, то, конечно, для нашего багажа теперь его недостаточно. Но это тоже решается. Хозяин постоянно шуршит тут, что-то садит, что-то поливает. А еще у нас здесь лаванда. И здесь каждый день какая-то тусовка бабочек. А ну, знатоки, расскажите мне, в чем прикол? То, что летают осы над цветами, для меня понятно. Ну, а бабочки тут при чем? Одного вида. Вот такие, видите, светленькие, с темными полосками. Они тут тусуются каждый день. Их очень много. Тысячи прилетают, улетают. Что это такое? У нас новинка. Захар надувает. Игнат, как всегда, купили ему такой, типа как матрас надувной в виде черепахи. Что, Игнашка? Снимаю тебя. Мама, сними это. У нас сегодня какое-то нашествие ос. Я вообще не знаю, что происходит. Я и дикая природа. Купила малым вот такие кольца. Они тяжеленькие. Есть вообще разные. Я думаю, много где. Короче, бросаешь на дно, мальчики ныряют и достают их. Еще у нас есть вот такие палочки. Для того же, собственно. Конечно, у нас огромное количество мячей. Футбольные тоже с собой привезли. И вот это классная вещь. Мячик для воды. И он не тонет. Он более живучий, чем вот эти пластиковые надувные. Тоже из спортивного магазина. Покажи. Так я не успела. Игнат, не бегай. Постоянно не бегай. Потом. Давай, показывай. А, она вот так вот скачет прикольно по воде. Сегодня целый день провели у бассейна. Немножко даже позагорали. Мальчики играют в футбол. Съездили в Лидл местный. И сейчас будем готовиться к грилю. Но мы купили только какие-то закуски, порежем и салат, совсем скоро приедут гости, но так как у нас только через 2 часа будет гриль, который делаем, кстати, не мы, мы купили мясо, рыбу, но тут у нас есть кухня с грилем и еще со специальным оборудованием для хорватского блюда пека. Оно готовится сразу на несколько людей. Мы давно хотели его попробовать. Когда хочешь заказать его в ресторане, то ну, для 5 хотя бы, или для 4, в основном даже для 6. Нам всегда было не по пути, но хозяин настолько любезен, что он разрешил нам принять гостей. Мы с ним, конечно же, рассчитаемся и тоже приготовить для нас гриль, то, что мы купили, и, собственно говоря, эту пеку. К нам приезжают двоюродные сестры Томака со своими семьями, с детьми. Они здесь недалеко отдыхают, в 20 минутах езды от нас. И у нас прекрасные отношения. Мы очень часто ездили к ним, по-моему, пару лет тому назад. Я снимала тоже влог и у них на террасе, в их беседке. Томак очень любил своего дядю, которого, к сожалению, уже нет в живых. Около года, больше 1.5 года, да, 2022 год стал для нас действительно сложным, потому что из нашей общей семьи, то есть и моей, и Томака, тогда ушло 3 человек,
и также собака. Вот так порой бывает, а старшее поколение уходит, новые приходят, но мы все равно стараемся поддерживать теплые дружеские отношения. Смотрите, что у нас здесь. Но это не у нас, это у хозяев. Это их кухня. Вообще, здесь, за вот этим зданием, находится еще одно помещение, где они делают сами прошутто. Представляете, у них тоже можно купить, им нас вчера угощали. Также они производят оливковое масло, вино. И вот здесь такой огромный гриль, которым я не знаю, как пользоваться. Это больше похоже даже на такой открытый камин-печь, типа, да, но нам это все разожгут, и я потом вам покажу. Я так понимаю, что это не для пользователей и туристов, а больше, как знаете, для собственного. Но они говорят, что если хотите, тоже можете тут что-то готовить. Так, это что-то, не знаю что, похоже на плиту. А вот это такая штукенция для того хорватского блюда, о котором я вам говорила. Пека. Я даже не подниму, ну, в общем, вот так это выглядит. Очень атмосферно и по-домашнему. Знаете, здесь вот... такой запах дымка, как будто, я думаю, что это из-за этого камина или благодаря ему. Посмотрим, как это работает. Стулья, кстати, очень прикольные, стильные. В каком-то современном интерьере могли бы выглядеть очень даже, я хочу вам сказать. Ну вот уже начинает выглядеть чуть лучше наш стол. Томик принес лаванду. В этом нам вчера как раз подогнали вино. Местные печеньки, какие-то много черешни. Ну, чуть-чуть, знаете, так, перекусить перед ужином. Смотрите, это хорватский хлеб, такой типичный, по сравнению с моей рукой. И да, хотела сказать, что по-хорватски это круг. Ну, то есть как круг, да? И он действительно круглый, очень вкусный. Гриль по-хорватски, это вам не хухры-мухры. Целую свинью можно зажарить. Здесь, кстати, запас дерева, так что нам его точно на сегодня хватит. Вот и принесли нам пеку, занимает 1/3 стола. Открываем. Это жена хозяина. Вау! Это делается в жару. Ну, на жару, да? Картофель с мясом, с приправами, с разными. Но все фотографируют что-то необычное, мы тоже раньше никогда не заказывали. Всякие закуски поели. Снова будем все расставлять. Томик тут готовит свечи. У нас ведро салата. Вино всякое такое. Много детей. Еще у нас рыбка. Всякие колбаски жарили. Ну, собственно говоря, забыла сказать, что здесь телятина. Также хлебушек порезали. А здесь оливковое масло, их производство очень вкусное. Оно, кстати, не рафинированное. Вот мы купили целую бутылочку. Приятного аппетита! Уже все повыходили немножко из бассейна. Часть до сих пор играет в футбол. А мы будем садиться ужинать. Дети-подростки с телефонами. Взрослые сидят самыми маленькими. Достанешь! А вот среднее. Среднее поколение. Сейчас едем на пляж. Наши друзья и родственники остановились в городке Брелла. Это курортный такой поселок, даже можно сказать. Там красивые пляжи, и там не так много людей, как в Башкеводе. Это местность рядом с Бреллой. И мы там были проездом пару лет тому назад, или в прошлом году я вам показывала. Мне, в принципе, там нравится. Я думаю, что когда-то мы там снимем апартаменты. И мы поехали к друзьям, и настолько как-то нам полюбилось это место, что мы теперь ездим туда на пляж, хотя планировали вообще каждый день быть в Макарской. Это, скажем так, район Макарской тоже, и там местность, где мы находимся. Это бесконечно продолжается. Иногда мне кажется, что дети подрастут, и как-то будет по-другому, но пока что... Захар как-то взрослее, можно сказать.
у Игната постоянно мама, он сидит рядом, сейчас будет снова возмущаться. Хотела вернуться к тому, что я сказала в начале влога, что это типа бюджетное жилье. Я, наверное, не совсем так выразилась. За такой стандарт и за такое количество бонусов просто жилье в виде бассейна, в виде... Я не знаю, где мне спрятаться, чтобы никто тут не тусовался у меня на фоне. Или ничего от него не хотел. В общем, это хорошая цена за такой стандарт, за небольшой апартамент в сезоне, потому что у нас сейчас июль, бассейн, наличие бассейна всегда повышает цену. Ну и такая цена тоже обусловлена тем, что все-таки мы находимся не на побережье. Если бы такая вилла была поближе к морю, то она бы стоила, наверное, раза в два дороже. Хотите, расскажу вам прикол. Я собиралась в отпуск и болтала с Настей, еще и сказала, я вот это с тобой ляпаю, потом непонятно, что наберу с собой. Так она и пошла. И первое, что я поняла, чего мне не хватает, я взяла главное, это там аптечку, документы и все такое. Но я в отпуске могу совсем не краситься, разве что в какой-то там день или вечер я планирую сфотографироваться. Но брови у меня должны быть. И каково же было мое удивление, когда я поняла в первый же день, что я не взяла ничего для бровей. И вы не поверите, да, выглядит это, конечно, не очень. Но вот это еще более-менее, это... Странно. Короче, девочки, я намылила брови мылом и прокрасила их кремовым бронзером. Это просто капец. Хорошо, что у него не слишком теплый оттенок, такой нейтральный. Хотя бы где-то там какие-то пробелы дорисовать, но вот эта бровь у меня более лысоватая, и, конечно, она молит о маркере или о чем-то потемнее хотя бы, чтобы ее как-то докрасить. Но я считаю, что в такой ситуации... Мои бьюти-лайфхаки и так сработали лучше, чем было. А зачем мне мыло для бровей? Или вообще зачем их укладывать? Зачем краситься? Тут уж как вам нравится, как вы хотите, как вы привыкли. И у меня тоже профдеформация, потому что я блогер. И все-таки я там и снимаю видео, и фотографируюсь, да, пусть в очках, но брови-то видно. Нужно, чтобы они хоть как-то вообще выделялись на лице. Всего остального может не быть. Все, выгребаемся на пляж. Томек тоже работает. Мы все равно раньше 12 не попадаем туда. Сидит эта фигня, блин. У нас москитные сетки, но оно все равно залезло. Фу, Захар, забери его, пожалуйста, я не переношу. Ну, достань его, я не знаю, сделай что-нибудь. А вот это вообще как бы слишком, потому что у нас здесь змея. И хрен его знает что, но здесь очень много всякого разного, которое меня тревожит. Она небольшая. Ну, блин. Выглядит стрёмно. Очень. Это похлеще вот этих жуков всяких. Причём же это шнур. И вот они вечером, короче, выходят. Мама, волна тоже приезжает. Да не ко мне. Вот еще сидит, смотрите, дружбан. Потом их очень боюсь, и они заходят домой. Это капец. Немного реальности вам. Только что поделала супергламурные фотки для Инстаграма. Очень красивые, кстати, получились на закате солнца. А теперь как мы реально ходим на пляж? Свои уже аксессуары я поснимала. У меня были сережки, там и колье, и всякое такое. Теперь у меня куча баул с собой. Штатив тяжеленный.
Но при этом всем я еще отдыхаю. Яма, бумаг. Мячи. Надувная черепаха. А у Томика целая тележка всякого разного. Идем к машине. У меня, по-моему, даже грязные очки. Но мне уже лень их протирать. Мы целый день тусуемся на пляже. Правда, приезжаем не с самого утра. И уходим, ну, после 7 так точно. Сейчас иду. Где-то вчера, наверное, мы ушли вообще около 9. Томик пошел за машиной, он там припарковался выше. У нас, ну, просто катастрофа. Кстати, очень удобно, что здесь рядом с пляжем есть магазин, где не очень дорого и есть все самое необходимое. И, что очень удивительно, здесь бесплатный туалет. Очень часто он платный, в ресторане тоже нужно платить. А здесь так чистенько. Это тоже важно. По дороге с пляжа остановились в ресторане недалеко от нашего дома. Продолжает дуть ветер. Надеюсь, что не шумит вам там. Какие красивые гортензии. И они растут здесь много где на солнце, а у нас они погибают от жары. Как так? Кто-то может мне сказать, в чем прикол? У нас, по-моему, самое козырное место со всеми декорациями. Со всякими гномиками и так далее. Интересно, включатся вот эти лампочки или нет. Такая приятная усталость от солнца и пляжа. Сегодня было 34 градуса. Но на побережье как-то не особо ощущается, особенно если окунаться в воду. А вода теплая. Сейчас поужинаем, бокал местного вина. Еще у детей, наверное, бассейн по плану. У Игната 50 прыжков. И спать. Я в этой поездке отсыпаюсь и просыпаюсь аж в 9 часов утра. Для меня это рекорд, а Томику все не спится. Это нам жарят кальмары, наверное. Мяско тоже, да. Вот мы заказали кальмары из гриля. Ой, здесь так тепло. Вкусно будет. Вала лепа. Есть и наши кальмары. Кстати, они не похожи на замороженных. Я даже предполагаю, что это местные. А это редкость. Так, поливаем все лимончиком или лаймом, как у меня в этот раз, кстати, редко где можно увидеть лайм. Еще ждем соус. А соус называется тартар умак. И он идеально подходит к кальмарам. Помните, я вам показывала эти полотенца из Праймарка? Так вот, мы их уже протестировали. Однозначно могу их советовать. Очень классные. И вот это особенно такое леопардовое, оно не тяжелое и быстро сохнет. Это поплотнее, поэтому, конечно, имеет вес, но в целом мы очень довольны. И если вам не тягать это куда-то далеко, то даже вот это, наверное, лучше будет. Мы уже разместились, для Томика побольше места, для меня чуть меньше. Приглашаю вас на прогулку по побережью Бреллы и немножечко поговорим о ценах здесь. Между прочим, я только что показала вам главный символ этого курортного городка. Такой камень, на котором вообще непонятно как растут деревья, потому что земли там немного. Итак, наши знакомые арендуют жилье не прямо на побережье, нужно идти по ступенькам вверх, то есть дом построен на скалах, и за четверых людей они платили, то есть двое взрослых и двое детей. Все спят в одном большом помещении, где раскладной диван, кровать и кухня. И они платили 500 евро за неделю. Цены очень сильно разнятся. Такой же стандарт, одно помещение для всех, двое взрослых, двое детей. Прямо на берегу, вот так открываешь окно, и ты на пляже. Стоит от 120 евро в сутки. Конечно, очень многое зависит от того, какой это дом, есть ли у вас терраса, сколько помещений, сколько санузлов и так далее. То, что вы видите сейчас, будет стоить еще дороже. Стоит ли оно того? Как по мне, стоит. Мы будем искать разные варианты на букинге. И я буду настаивать на том, чтобы мы приехали сюда в следующий раз на море, потому что мне здесь нравится больше всего в Южной Хорватии. И здесь цены будут поприятнее, чем на севере. А в ресторане обед для нас стоит около 50 евро за четверых с напитками. Побережье очень большое. Зар, покажи, где мы. You are here. Да, вот тут. А сидим мы на пляже где? Ярдула. Да, правильно. Смотрите, какое длинное побережье. Входит в десятку самых красивых в мире.
Офигеть. Мы после пляжа заехали в городок, который находится недалеко от нашего поселка. Томак привез нас, чтобы показать вот это озеро. Оно называется Красным, хотя на самом деле голубое, а красное, потому что здесь вот такие красные скалы, как земля, собственно, в Хорватии. Как будто, знаете, в кратере. Оно очень глубоко, вот там. И бирюзового цвета, ярко-бирюзового. Вы только представьте, глубина озера 255 метров, а от верхней точки до дна, на секундочку, 528. Там еще и водятся рыбы, два вида. Чисто классика жанра, набрать с собой столько одежды, чтобы на вечер переодеться. В итоге мы или слишком долго сидим на пляже, и потом уже уставшие приезжаем домой и тусим на бассейне. Или же в таком виде, как сейчас, то есть черное платье, все из соли, и мы так попремся в город. Сейчас пойдем проверим. Буквально 2 минуты отсюда. Смотрите, какая разница. Это голубое озеро, вода такая же, но совсем другой цвет скал. Здесь он такой, типа, больше серо-желтый, а там прям красный-красный. На контрасте с водой смотрится очень красиво. Это те места, которых, например, я не видела у других блогеров и инста, всяких путешественников тоже. Очень зря. А сейчас мы дошли до центра Эмоцки. Совсем нет туристов вообще. Ну, местные там немножко ходят, сидят по барам, дети играют в баскетбол, футбол. Чем-то похоже на Италию, только другая архитектура. Но вообще по настроению что-то такое есть. Приветики! Хотелось бы сказать доброе утро, мы никак не можем проснуться. Остановились на кофе. Сегодня в Хорватии такая не очень погода. Кстати, мы сейчас находимся в Боснии и Герцеговине, потому что это в 30 минутах езды от того места, где мы ночуем, то есть буквально на границе. И вчера, вот здесь, где мы находимся, было 36 градусов, а сегодня 26, очень сильно упала температура, но все равно тепло. Я даже думаю, что не 26, 26 это максимум сегодня будет, а на данный момент около 20, может 22, поэтому так прохладненько, мы даже где-то там в толстовках, дети, а я в рубашке и в нетонком платье. Томак был здесь много раз, я, наверное, раза два. Я еще тогда не снимала свои влоги. Мы вообще с Томаком много ездили до того, как у нас появились дети. Ну а сейчас вот так вот, или в те места, которые мы любим и в которых нам будет комфортно с детьми, или же когда они подрастают, чтобы им что-то новое показать, рассказать и так далее. И сегодня по плану у нас на самом деле несколько мест в Боснии и Герцеговине. Это как минимум Мостар. Также мы сейчас находимся на берегу реки. Дети уже пошли. У меня просто горячий кофе и побольше, чем у Томика. У него был эспрессо. Пьем кофе для того, чтобы немножечко как-то пробудиться. И я сейчас догоню их. Мы хотели еще заехать в Сараево, но посмотрим, насколько мы успеем в этот раз. На самом деле, здесь такая, знаете, сложная история. Это то, как я ее понимаю, возможно, это немножечко по-другому. Сейчас здесь спокойно, хотя говорят, что может быть сильно по-разному, так как это территория, где долгоиграющий многолетний замороженный конфликт между хорватами, сербами и, собственно говоря, босняками по-польски. Возможно, сейчас была калька из польского. Сори, не знаю, как это на русском правильно. Иногда так подумаешь, блин, история настолько страшная штука, и в мире столько всего происходит, и ты никогда не знаешь, где снова вспыхнет спичка, снова нарастет какой-то конфликт. Но в таких случаях всегда хочется, знаете, где-то надеяться на человеческий разум и на умение договариваться и как-то сосуществовать мирно. Интересная карточка, и заплатить нельзя в ресторане. Это наш счет за 2 кофе и за 2 мороженых. 12 марок, это местная валюта, 6,50 евро. Можно заплатить евро наличкой. Я, конечно, не совсем планировала такие прогулки сегодня, но мы приехали то ли в монастырь, то ли в церковь в этом, в скале. Очень много туристов, но я так остановилась.
рестораны на побережье с террасами. И все это под огромной скалой. Я не знаю, передается вам через экран или нет, но вода здесь бирюзовая-бирюзовая. Просто невероятно, что это настоящий цвет. Естественно, это горная река. Можно еще на втором берегу реки пройти туда, походить, посмотреть. Но мы, наверное, этого не станем делать. Снова начинается дождь. Из-за нелетной погоды здесь, кстати, чуть меньше людей, чем обычно. А сейчас мы с вами отправляемся в небольшое виртуальное путешествие по Боснии и Герцеговине. И хотелось бы показать вам кадры из тех мест, которые нам удалось посетить в этот раз. Мы уже были здесь 12 лет тому назад, и в этот раз решили не ездить на водопады Кравица, хотя они очень красивые, были только на маленьких. Также мы в Хорватии тоже были на Плетвицких озерах, вы нам их рекомендовали, просто многое я не снимаю, или это было еще до того, как я завела свой блог. Но мне кажется, что вот такой поездки уже было достаточно для развития и для расширения кругозора наших детей. У этой страны огромный туристический потенциал, который однозначно нужно развивать, и по сравнению с моим последним визитом здесь 12 лет тому назад, сейчас гораздо больше туристов, причем таких, как мы, которые на машине вот приезжают на один день только погулять, посмотреть, так как это находится близко к южному побережью Хорватии, которые так любят поляки. Ну и также поляки, они католики, осуществляют прям паломничество очень масштабное в Меджугорье. Мы там тоже были. И приезжают целые автобусы с туристами, и сейчас в некоторых местах приходится прям подождать пару десятков минут для того, чтобы попасть куда-то, посмотреть что-то, сделать фотографию в более красочном каком-то месте. Для меня эта страна интересна тем, что здесь ощущается такой, вот знаете, микс Европы и Востока, причем это и в культуре, и в еде, в архитектуре, в религии, буквально во всем, чего не коснись. И я снимала не только красивые кадры, конечно, природа – это вообще отдельный разговор. Ради нее однозначно точно нужно ехать туда, чтобы увидеть это воочию, чтобы прочувствовать всю атмосферу, попробовать. Восточные лакомства, бесподобный кофе. Также вообще сформировать свое мнение и получить свои личные впечатления. Но на контрасте с современными ресторанами, с туристами, с отреставрированными туристическими достопримечательностями, все равно видны последствия войны. Причем во многих местах до сих пор здания обстрелянные, разрушенные, а прошло уже так много лет. И я хотела тоже, чтобы наши дети увидели и такую картину, да, что мир бывает таким жестоким, разрушительным. И вот так выглядит страна, которая прошла войну и которая до сих пор находится в стадии замороженного конфликта. И с одной стороны, вот это, знаете, вызывает какие-то такие, не то чтобы негативные эмоции, очень большую боль. Но ты понимаешь, что жизнь продолжается, и я верю в то, что все когда-то наладится, туристы едут, очень много каких-то сувениров, не только связанных с культурой, с религией, но и также с вот этим сложным историческим прошлым. Какие-то такие сувениры именно военной тематики, я вижу, что они тоже пользуются спросом. Иногда они меня, конечно, просто поражают. Чуть больше отдаляясь от центра города, вот этого Мостар, ты видишь, что люди живут не очень-то и богато, скажем так. Но мне хотелось бы еще и посмотреть, как сейчас обстоят дела в Сараево, и также обязательно попробуйте местный кофе. Я никогда не пью черный кофе с сахаром, но тут я сделала все по правилам. Он всегда еще и подается с восточными лакомствами, и я ни разу не пожалела, что я в этот день приняла лишние калории, употребила. Это было очень вкусно, но даже без сахара. Это самый лучший кофе, который я пила за этот год. Вот честное слово. Ну а теперь остановились на ужин, и пора ехать обратно.
Ресторан называется так. И хочу снова кофе местную. Очень мне понравился. Еще есть турецкий чай. Закажем детям. Ой, как классно. Можно было бы сидеть прямо на воде буквально. Много мест на террасе, но холодно и ветер такой, что мы сидим внутри. Никого нет снаружи. Ну ничего. Зато главное посмотреть, что здесь. Томик нас тут просвещает. Это какой-то сыр местный, каймак, который намазывается на хлеб, как масло. Сейчас будем пробовать. Сыр был очень вкусным, между прочим, но помидоры – это разрыв всего. А я заказала себе еще телятину в грибном соусе. Думала, картошки фри не будет. Но ничего, я думаю, что кто-то ее съест. Мы достаточно поздно вернулись из Боснии, и я ничего там не успела сказать. Хотелось бы поделиться с вами своими впечатлениями. Мой муж, тут он ходит, является огромным поклонником Боснии и Герцеговины. И он считает, что там безопасно. Но, честно говоря, сама я бы туда не поехала, и с подружками тоже. Я не могу сказать, почему. Нет какой-то вот явной причины, что меня может смущать. Ну, это не то место, где я ощущаю себя суперкомфортно, назовем так. И это не такая развитая страна, например, как та же Хорватия, много где нельзя платить карточками, в основном везде ходят наличные. Вот, допустим, стоит какой-то дом, и там будет 4 разных банкомата из разных банков. Но без проблем можно оплатить не их местной валютой, а евро наличкой. Также меня, ну знаете, как-то так смутило и, наверное, даже немножко расстроило то, что вот это эхо войны ощущается до сих пор. И мне кажется, что это как такая пороховая бочка. И когда ты заезжаешь в какой-то регион, где живет большая часть хорватов, они в основном так разделены, да? Тут живут хорваты, тут живут боснийцы, тут живут сербы. То есть они как бы молодежь, вот как писали девочки в Инстаграме, они уже больше общаются и как-то так, знаете, стараются не повторять ошибки прошлого и жить дальше в мире и спокойствии. Зараз иди! Вот. Но, например, если это хорватская часть, то там будут замазаны спреем названия городов на сербском языке. То есть ты въезжаешь в какой-то город, и название этого города будет написано там на, например, хорватском языке или боснийском и на сербском. Вот. Я думаю, что такое же отношение к хорватам в боснийской части. Это не очень приятно, и также там 3 языка, 3 религии. Как я вам говорила, большая часть это мусульмане. И вот так интересно, ты едешь, тут мечети, тут сразу же православная церковь. Много православных там, тут католический костел, и как-то так, знаете, очень сильно все намешано, интересно, очень колоритно, и природа там действительно очень красивая. Томик любит туда ездить на мотоцикле, и в самом деле это очень красивые трассы. Такого цвета вода в реках, в озерах, что кажется, как будто это какой-то фотошоп, но это так в реальной жизни. Даже в жизни это красивее. Никакая камера не способна это все передать. И горы тоже такие необычные. Вот у них и форма такая необычная, и не знаю от чего это. Природа, наверное, их так сформировала. Ну, то есть это или какие-то там вот эти тектонические сдвиги, или ветер тоже, наверное, все вместе, но выглядит это очень красиво. Пошли играть в футбол, теперь могу спокойно с вами поболтать. Видно, что местное население, во всяком случае большая часть, живет, ну, или средне, или ниже среднего. Там нет каких-то тоже брендовых магазинов, это говорит о том, что туда не особо инвестируют, как бы мне кажется, что то же самое с фабриками, с какими-то. Я делюсь своими впечатлениями. Если кто-то из вас там живет, то напишите, как оно там. Из сетевых магазинов я видела такую Konzum, DM, и это все. А еще была пекарня хорватская. А помимо этого, ну, знаете, идешь-идешь, видно, что закрыт огромный магазин, который раньше там был, типа мини-супермаркет. И стоит вот старый какой-то автомобиль, много тоже старых каких-то
машин ездит по городу. И на этой машине, на капоте, там на багажнике разложено всякое разное, продают. Я даже не помню, когда в Украине так было, типа там 30 лет тому назад, вот что-то такое. И при этом всем ты тоже едешь, 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 вообще темнота, пустота и бедность, и потом опа, и такая какая-то роскошная заправка, везде курят. Это просто, вот я тоже не припоминаю, когда я настолько воняла сигаретами, они курят сигареты. И в ресторанах, в помещениях, везде, где вы вообще вот вы можете себе представить, на заправках они курят. И причем это так странно, ты заходишь в магазин на заправке, и там уже накурено. Очень часто у них там какие-то бары, кафе-бары прямо на заправках, и в основном тусуются одни мужчины. Я даже заметила, что я захожу на заправку, и я единственная женщина, и все так, опа, типа, все взгляды на тебя, и кто-то там может тоже посвистывать тебя вслед. Это не очень приятно, я тоже от такого отвыкла, и это, знаете, такое неприятное внимание в твой адрес. Ко мне никто там хамско прям не цеплялся. Тоже много попрошаек на улицах. И то, что было в Украине, там тоже лет 20 назад, может, даже больше, на светофорах прям, знаете, там стучат тебе в окно, и в каждом туристическом месте обязательно кто-то будет просить деньги. Я не знаю, то ли это аферисты, то ли действительно такого уровня бедности, это безысходности или по состоянию здоровья, сложно сказать, наверное, и так, и так. И также была ситуация, просила женщина милостыню, ну, она явно здоровее многих из нас. И мы так быстро прошли-прошли, и я чувствую, что в толпе туристов кто-то дергает меня за сумку. А сумка моя так по-дебильному открывается, что мне еще самой нужно постараться, чтобы ее открыть. И я так, знаете, дернула ее в свою сторону, поворачиваюсь, и эта женщина такая оп-оп-оп, маленькая, шустрая, и убежала. То есть нужно глаз да глаз, но то же самое и в больших каких-то мегаполисах. Я просто давно не видела этого в Польше. Не ощущала. Хотя город не маленький, тоже всегда много туристов. Много коммерции, вот знаете, прям такой, которая даже не подходит к тому месту, где ты находишься. Но много всего хорошего и красивого, помимо природы, тоже потрясающая кухня. Это кофе по-боснийски. Я сейчас могу неправильно называть какие-то слова или ставить ударение, простите, я на таком расслабоне здесь. Я давно так не отдыхала, и мне кажется, что моя нервная система, знаете, настолько утихомирилась, и мне тоже хочется больше спать еще. Плюс на море сидишь целый день, приезжаешь, здесь у нас горы, супер свежий воздух по сравнению с Краковым. И знаете, у меня так баиньки. Плюс я просыпаюсь гораздо позже, чем дома. И я смеюсь, что у меня цель в телефоне стоит спать по 8 часов, она невыполнима, это нереально. Здесь действительно я сплю 8 часов, и я чувствую огромную разницу по тому, как я себя чувствую именно физически, да, ну и психологически, соответственно, потом тоже. Привет, привет, мы сейчас в Макарской, всю неделю протусовались в городке Брелла, нам там очень нравится пляж. А сегодня мы приехали в Макарск. Здесь, конечно, гораздо больше людей. Отправляемся на пляж. Были у наших знакомых, у которых мы очень часто останавливались в недорогих апартаментах. Они просто чуть меньше. И, в принципе, как-то Макарск нам по вайбу, наверное, не совсем сейчас подходит, потому что здесь гораздо больше туристов, больше молодежи, здесь более шумно, короче. И были в гостях, а сейчас идем на пляж. У меня, вот видите, повязка из Primark, очки Oliver Peoples, костюмчик H&M. Может, попрошу Захара меня поснимать. Кстати, купальник тоже H&M, он слитный. Я его купила на распродаже, такой ажурный, кремовый. Сумка тоже H&M. В этот раз повязала на нее платок, шортики тоже от комплекта H&M, с льном, комфортно, все натуральное. И шлепки, которым несколько лет, они из Zara, но похожие там и сандалии, и тоже шлепки есть регулярно в Польше и в других магазинах. Здесь буквально все сдается в аренду. Апартаменты вот там, видите, дальше есть, конечно, большие отели, но самая классная сеть, как по мне, это Valamar.
государственный пляж. В основном он бесплатный, а вот здесь, по-моему, только нужно платить за лежаки. Здесь уже, знаете, такое более гламурное местечко в Макарской. В общем, мы с Томиком идем на тот пляж, который я только что вам показывала. А дети вот сюда, я им купила билет на целый день. Час стоит 20 евро, а целый день 25, поэтому могут заходить, выходить. Вон они заплывают там. Пусть скачут. Есть и футбольное поле. Прямо на воде. У нас футбол – это неотъемлемая часть любой программы. А на этом наши итоги 10-дневные. Мы остались на день дольше. Отпуск заканчивается. И я должна признаться, что Макарска, конечно, хороша. Здесь классно с детьми. Но пляж будет получше в Бреле, потому что там мельче галька. Но видно, что Макарска развивается, она чуть дешевле, чем та же Брела, которая находится в 25 минутах езды от Макарской. И каждый выбирает то, что ему по душе. Мы однозначно будем приезжать сюда хотя бы на один день, но здесь больше людей на пляже, и само побережье гораздо красивее и больше в Брели. Много ресторанов и подороже, и подешевле. В Макарской больше выбора жилья. Здесь есть чем заниматься и взрослым, и детям, и молодежи, потому что это такой тоже и тусовочный курортный город. Ну а вам спасибо за просмотр, не забывайте поставить пальчик вверх, и пока-пока, мы с вами встречаемся уже совсем скоро.